Так, всем привет. Кто подошел, кто не подошел, кто еще только подойдет. Я сегодня буду продолжать гореть на вот этой консервной банке под названием Т-90М. Поедем дальше. Может, сегодня лучше будет, потому что вчера, грубо говоря, и игра, и противники меня сношали просто. Поехали. Дальше посмотрим. Может быть, там попозже на другое что пересяду, если слишком загорю на этом танке. А на нем легко загореть. Моментально. Так, куда мне здесь ехать? Я не знаю, куда я успею. Сюда вряд ли я успею поехать. Тут тоже проехать не успею. Расстрелят. Что-то надо придумать. Так, Алкалова. Без этого никуда. Поехали. Кемперим в кустах. Да. Не знаю. Ну что, я куда-то там выстрелил, и никуда я не попал. Понял? Ну, понял. Ой, танканул. Танканул. Не, так поворачиваться не хочу. Вот так вот. О, ваншотик поймал. ДМ-53. А, все понял, каточек. Нет, а я бы тут нигде не проехал. Еле едет. Относительно еле едет. Пошел слив дальше. Не знаю. Ладно, я попробую. Я попробую вот так вот поехать, но можно выхватить в борт. Нужна быстрая тачка, которая проедет быстро. Он едет 40 км в час. С горочки может быстрее. С горочки может быстрее. Ничего не вижу и еду вперед, да? О, 30 километров, 29. Сейчас с горочки посмотрим. Ну, полтинник с горочки я взял. До полтинника пока держим. Нет, это сильно медленно. Можно сейчас пострадать от этого. Это слишком медленно. Плохо. Он на горочке стоят. Проехал. Я проехал, то проехал. Вот сейчас вот здесь, чтобы все нормально было.
читерские настройки, сдалека не видно забора. Вон, не видно заборчик. Вот это нормальные настройки. Мяу. Мяу-мяу. Так, и шо? И что вы скажете мне? У меня вот здесь в упоре танк. Он меня услышал, не услышал? Не услышал. Да я понял, понял, понял. Какая КДшка медленная. Какой все медленное в этом танке. Сильно медленный танк. Сильно во всех отношениях. А вот тут мы надо стараться максимально аккуратно играть, короче, и стоять. Все. Да мне на нем ехать, с такой КДшкой. С такой подвижностью и со всем остальным. Никого тут нету. Ну а берут. Сейчас может кто-то едет на отбивать. Не знаю. Во-во-во, едет, едет, едет. Едет кто-то, может быть, даже на. Т-80 уже принимает. На приеме стоит. О, это мой. Это мой. Это такое я одобряю. Это тебе в клювик, чтоб ты не баранил там. Так, давай. Ну, этого я... Ну, КДшка мне не позволит его забрать. Хотя я мог... О-о-о! Это хорошо. Это было замечательно. Так, этот, наверное, уже отремонтировался. Я думаю, да. Да-да-да, он отремонтировался и получил ваншот. Так, я не могу потушиться. Я не знаю, что там у меня горит. Это горит у меня баг, который... Нельзя потушить. Офигеть, да? Спасибо. Вот это моя была ошибка. Моя, 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 моя. Сюда же. Ну, мне, походу, хана. Нет, мне не хана. Откатываемся, откатываемся. Нет, я его не пробиваю, надо опять в этот лючок стрелять. Давай, 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 давай. Есть. Это что, опять это тот же самый тип? А, ну мне тут все, хана, меня задушили. Меня задушили. Можно... Я... Можно попробовать убежать, но я не убегу. Если бы у меня были дымы... Да. Не-не, куда? Куда я убегу здесь? С такой скоростью. Я никуда не убегу. Сейчас мне под хвост дадут и все, да. Ну, неплохо. 6 фрагов. Тут уже задушили, задушили. Не буду брать второй рез. Аккуратно надо играть.
Аккуратненько, не упарываться. Вчера я старался упарываться, лететь куда-то, ну и все, и на этом все заканчивалось. Секунды ничего не нашли. 137 тысяч онлайн, 903к боев, и что не так? Алло. Да. Жестко. Не хочет закидывать в нету боев. Улитка, бля. Одна точка. Да, как же долго. Поиграть хочется, долго ждать всего. Не, я поеду сразу туда. Куда-то ехать с фланга, объезжать, это не эта машина. Но сделаешь ты один фраг, второй тип тебя заберет, и все. Надо где-то стационарную позицию искать и стрелять. Струнькать и струлькать. А где у нас точка? Вон она. Нет. Вертушка своя. Я не знаю, тут куда-то может можно выползти, как горный козел какой-то. Встать и струлькать. Нельзя, да? Все закрыто. Хорошо. Понятно. О. 50-го уже сразу срубили. Срезали. Так, ну... Это я смотрю, я понял. Мне тут некого искать. Тоже труп стоит или нет? А, вон, вижу. Видим. Мы это видим, фиксируем. Фиксируем танкиста.
Поздно я выстрелил. Что пролетает? У меня нет углов, мне надо искать другое место, я здесь ничего не могу сделать. Он все. А где? А, вот все, я понял, откуда ты выезжаешь. Да ты... Не хочется ругаться. Блин, если он сейчас сюда приедет, то все. Тут у меня нет никакой поддержки, никакой. Блин, ну почему я на ремонте? Почему фраги едут, я на ремонте? Сколько можно ремонтироваться? Вот он стоит. Не пробил ему казённик. Ой, это хорошо. Слушай, вот это ты хорошо встал. Борьба, борьба, борьба. Блять, ну все, моя борьба закончилась. На, мне... Блять, какой конченый танк этот Т-90? Просто как на нем играть? Его обыгрывают все. Попал дважды в казённик типу? Ладно, не идеально, но рядом. Ничего, даже не покраснело. Блять. Максимально слабый танк. Я не знаю, поможет ли ему топовый снаряд. В принципе, до этого и качаемся, чтобы видеть его на топовом снаряде. И он так легко 50-кой сбил мне гуслю, блин, но это жесть. Нормально, ПСОшка много в разы лучше этого танка во всем. Блин, придется пропускать. Ну, да едь уже. Какая жесть. Еще один.
Что, все, да? Наигрался? Отпусти меня, игра. Ну отпусти, отпусти, я понял, что я в капкан попал твой, ну отпусти. Я дуб, дубяра. Дубащит. Сяу яу дубащит. Все, все сдулись. Я зря сюда ехал. Будут ехать его. Его добивать будут ехать, я думаю. Я ему ничего не сделал, да? Давай, давай, вот сюда. Ну извини, чувак, я хотел тебе помочь. Там уехал. Был там тунчик и уехал. Слышно, слышно, есть он там, есть. Он там есть. А, его забрала Су-25. Спасибо. Это было... Так, вот здесь. Ображка. Он поехал туда. Он вниз падает. Я не хочу. Я поеду сюда. Может, зря сюда приехал, может, не зря. Шутил. Нормально. Едет что-то, едет что-то, что-то едет. Офигеть! Нормально. Сходу, ваншот, сходу. Ля, ты шо? Да ты что? Да ладно. Конечно. Ну,
Я не буду тут ничего говорить, тут все так понятно. Конечно, конечно. Естественно. Ладно, поедем вот так вот. Я не знаю, в этой игре когда-нибудь прекратят толкаться. Это толкание все опаздывает куда-то. В ангар опаздывает. Давай, давай, давай. Вот там есть кто-то? Я ничего не вижу. Поехали дальше. Я только что пролетел лом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я ничего не сделал, да? Я опять ничего не сделал. Ну, блин, ну ты тормоз. Все. Толкается, блин. Это жесть, это жесть. Эти танкисты, это просто какая-то жесть. Кто? Откуда вы? Блин, выбил. Не хватило кадешки, короче, не хватает. Сзади вон стоят. Стоят, стоят, курят, отдыхают. Ходим. Не хватает кадешки. Не хватает кадешки, что там? 0.5. Падаем уверенно. Уже на 0.3 упали. Играя за советов, на 0.3 кадешка упала. Это нормально. Нагибают советы. Сильно нагибают. Да. Давай, 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 давай. Он в бортик врезался.
Ну да. Танкисты, какие они смешные, эти танкисты. Ой, блин. Я бы ржал бы вообще, если бы он упал в речку и утопился бы. Это было бы жестко. А, у нас уже, у меня нету артиллерии еще, хотел арту кинуть. Кинул. Блин. Кривой, кривой. Кривой сильно. И на движочек, да? Вот это хорошо было, кстати. Не пробил Леклерка? Жестко. БК почернело. Жестко. Беглю хотя бы пробил. Уже успех. Давай, давай, давай. Уязвимые места. Неуязвимые. Я понял. Ох, эти эффекты артиллерии, какие они прекрасные. Кстати, Леклерк ваншотится через через казну, но я его не могу ваншотнуть. Надо тогда под этот, да, под. Не спеши, не спеши. Как ты думаешь, куда его развернуло? Да, вот так вот его развернуло. И вот так вот где-то стрельнуть надо. Есть. Так, ну я слышу, тут стоит кто-то. Тут пума. Не стреляй. Ума, успокойся. Все хорошо. Я свой. Как-то надо вот так вот встать и подчиниться. Вот так вот. Да. Вот так вот будет хорошо. Я очень люблю чиниться. Вот он стоит. Подожди. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Молодец. Я понял. Это моя была ошибка. Я не буду так больше делать. Жестко, жестко. Ого. Нормально, так нормально. Уже поджимать респ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все-все-все-все-все-все-все, я понял, понял, понял. Не стреляй. Нету лазерного дальномера. Как дергается прицел, если рядом стоит с чем-то, трупом или
живым то же самое. Я поехал поджимать респаун. Время пришло. Не вижу, не вижу. Хе-хе-хе. Так. Нормально. Да. Что-то сейчас прокачается уже. Да, подвеска. Подвеска. Да, идешь. Так, наверное, мне вот это нужнее будет. И следующее два. А, нужно два исследовать. Вот тогда. Вот это домовые, потом уже лом, а потом начнем двигаться по движку и трансмиссии. Надо еще где-то 30 тысяч опыта, потом только лом начнем качать. Я поеду кемперить. Да, я такой. Жесткий. Жесткий кемпер. Стану. Сольюсь с камнем. Мы будем одно единое. Неразлучимое. Буду за камнем стоять. Прирасту к нему, наверное. Привет. Можно туда поехать, наверное, наверное, да. На точку я 100% не поеду. Там я отгребу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, занесло, занесло. Пошел, пошел, пошел дрифт.
Покрышки зимние не переобул. Только не говори, что я попал в капкан. Надо капканов. Давай, 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 давай. Поехали. Жестко застрял. Я понял, все. Надо как-то пробовать по-другому выезжать. Давай, вообще не едет, совершенно не едет. Я так пол игры пропущу. О, наконец. Наконец. Тут еще никто не объехал. Нормально. Надо, короче, вниз падать туда. Хочется ехать дальше, хочется, хочется. Лучше не надо. Не, все-таки поеду. Это плохо. Это плохо. Надо вниз падать. Там ремонтируется дружочек. Хотелось бы его добить. Было бы неплохо. Это плохо. Я не ваншотнул его. Так-то лучше.
А вот он меня ваншотнул. Да. Хороший танк. Хороший урон. Сегодня какой-то целый день карты на одну точку. С одной точкой. Давай. Все. Стоит. Все, он больше не выглядывает. Тебе такое. Ой, ты еще и. О, это вообще замечательно. Это вообще замечательно. Мехвод крякнул. Бомба. Да? Кто так сделал? Блин, я случайно выстрелил. Это было плохо. Я не знаю, вот этот живой, не живой. Не, это мертвый. Сзади меня Т-80 стоит, нормально. Что такое было? А как это они разминулись? Блин, выбил меня. Нормально так клюет. Хорош. Спасибо. Помог так помог. Руту на меня кинул. Ну хорошо, что я его выбил. Если бы я его не выбил, у меня 50-ки нет, то это жестко.
поеду сюда. Меня засекли. Это было плохо. Все, тут можно выходить. Тут можно выходить. Мой выстрел куда-то исчез. Его выстрел поджег мне быка. Все тэшки были и так хреновые, так теперь еще и еще больше хрени хуже стало. Намного хуже стало. Еще быка запихнули в заднюю часть башни. Гениально. И так горел со всего. Теперь еще и башня будет гореть. Круто. Это было сильно. Это было хорошо. Может, он выйдет еще? Не, он уже не выйдет. Он уже не выйдет. Ладно, я тоже туда поеду. Как-то из-за этих деревьев все плохо видно. Даже через теплак. Брон свой, да? Вроде бы свой. На карте он как свой. А, я его не вижу. Конечно. Его задушили.
плохо. Очень плохо. Сильно плохо. Короче, я падаю сюда. Сюда. Он поехал назад. Да, сейчас бы китаец взорвался при попадании в БК. Нет, конечно, зачем? Еще один китаец едет. Да-да-да, едь, едь, едь. Хорошо, хорошо, ой, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было очень и очень хорошо. У меня и казенник он выбил, и все выбил. Это опять китаец приехал. Так. Тифра, еле-еле. Да. Не, еще с одним противником куда ни шло справиться, но когда их 2 или 3. Это 90. С этим очень плохо справляется. Почему бы нет? Еще раз на линии Мажино сыграть. Почему бы нет? Не знаю, тут, короче, сейчас будет перестрелка. Я в ней не могу участвовать. У меня лазерного дальномера нет. Надо как-то пытаться проехать. Ну, либо ливнуть с этой карты. Бред. Ну все, да. В принципе, нормально. Можно идти дальше. Говно карта. Просто стоять, перестреливаться с одного респа на другой. Гениально. Сами играют на этой карте.
Поедем, попробуем АЦ поиграть. На, не поеду. Медленный сильно, да и... Не для ближних боев этот танчик. Надо держать дистанцию. Все, да? Откуда? И откуда это было? Я не могу понять. Неужели оттуда? А, да. Да, вон он стоит. Красавчик. Не-не-не. Меня минимум он у меня выбьет, максимум ваншотнет. Вот как вот этого. Надо дальше падать вниз. Дальше падать. Здесь на проезде едут. Едут. Сейчас. О, вот. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Где он? Хорошо, но он плохо заехал. ПК потемнело. Серьезно? ПК потемнело. Да. Не понимает, откуда он. Ладно. Пусть горит там. Без лазерного дальномера, конечно, неудобненько. Поедем дальше. Где-то здесь надо встать и душить респ. Бля. Это плохо, это очень плохо. Да. Подушил я респаун. Проверяй. Спасибо, помог. Че он здесь резнулся? Они в низине резаются.
Это что такое? Это что, зенитка так пробивает жестко? Нормально. Нормально. Я понял. С каких это пор зенитка так хорошо пробивает? Да. Ебатый бот, притык не убил картонку. Да, жесткий бот. Давай. Класс. Хорош. И куда тут поехать? Блять.
Конечно, конечно же. Понял. Чуть. Вообще будет качаться. Как же много деревьев. О, да, перегородочку я пробил. Я пробил перегородку. Жесть. Как они разминулись? Он, чтобы в затылок мне никто не выстрелил. Урон, конечно, на этом танке говна. Это откуда? Откуда ты? Плохо, плохо было. Очень плохо было. Но его поймали. Его поймали. Это хорошо. Все, наигрался, да? Наигрался.
Блин, это плохо. Это очень плохо. Это было очень плохо. Ясно. Хорошо. Дальше. Давай, давай, давай. О. Как же сильно отлетают китайцы с советами. Просто, блин, силуэт уже, наверное. Тут что? Ничего. Да. Конечно. Бред какой-то. Так, вот тут в дымах стоит. А, не-не-не, он вот здесь стоит. Он вот здесь стоит. Вот здесь, вот он едет. Там впереди, впереди, дядя. Здесь. Но я говорил. Я говорил, что он вот здесь стоит. Блин, ну я не смогу выстрелить, да? Я не могу. Блин. Здрасте. Опасненько, хреновастенько. Андрей, привет. Привет.
Опа, танканул. Танканул, толканул. Не. Очень плохо. Тут плохо. Кто ты? Не вижу, не вижу эффекты, эффекты. Эффекты. Надо, короче, отсюда уезжать. Куда-нибудь. Ну, зажигалка поехала. А все, да? Низкий силуэт, я не вижу. Не вижу. Ладно, надо проезжать. Ой, было плохо. Плохо, плохо, низкий силуэт. Я противника не вижу, он меня видит. Давай, помоги мне с починкой. Давай, 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 давай. А, ты сам на починку, я понял. А, ну вот он, красавчик, подъезжает уже, да? Едет сюда. Он снизу, да? Да-да-да, снизу едет. Блин, твои дымы, дядя. Дядя, твои дымы мешают только. Ничего не вижу. Вот он стоит. Да вот тут стоит. Хорошо, да. Какой мусор этот Т-90? Какой же мусор. Не знаю, для кого это удовольствие было изобретено. Понимаешь, у нас реалистичная игра про танки и не только. Ну блин, ну можно было бы как-то подкрутить, чтобы он хоть чуть-чуть играбельнее был. Задний ход сделать, чтобы я бы мог поворачиваться, а не быть, ну, бревном просто. Просто не едет никуда. Ни вперед, ни назад, ни развернуться. Ну, сейчас надо прокачать его полностью. Надо ему движок, трансмиссию и лом топовый. И тогда только посмотреть, как он будет. Но пока полное говно. Полное говнище, не танк.
Надо принять этих, которые будут ехать. А после этого ехать самому. Сначала нужно попринимать пацанов. На движок поставил? Да, по-моему, на движок есть. Но он закатился, да? Опа. Он закатился. Все, его забрали. Теперь немного проехать можно. Поехали. Если удастся сейчас нырнуть вниз, то будет хорошо. Будет неплохо. Я его. А как ты стреляешь? Я тебя выбил. Я тебя выбил. Он продолжает стрелять. Это как? Не-не. Мне нужно куда-то падать. Ну хотя бы сюда, да. Вот сюда тоже неплохо. Нет, туда я за ним не буду падать. Там смерть. Там просто смерть. Выехал. Это хорошо. Это очень хорошо. Но я ему ничего не сделал. У меня есть второй выстрел. Я понял. Я понял. СТРВ. Так, ну я думаю, пора. Пришло время менять позицию. Надо уезжать. Надо. Чего? Прекращай. Улетай, уходи.
Блин, по звуку услышал. Жестко. Так, где тут респаун? Он далеко? Лонгшот. Снайпер. Конечно, снайпер. Куда ж еще? Интересно, да, этот слился. Этот слился, его не стоит ждать. Больше не придет. Так, подъедем чуть поближе. Надеюсь, я не начну здесь светиться уже. Здесь стоит зенитка. Интересно, она еще бессмертная или нет? О, это опасная. Опасная, это убийца танков. Поддаться. Или его прототип. Я не знаю, где они все. Да, они все делись. На вертолете кто-то явно сидит, да. В вертушке сидит тип. Прятаться надо от вертолетов, от самолетов. Бо это будет бан. Вот как вот этому. Этот по полю катается и получает по горбине. У нас есть автоматик. Мне показалось. Автоматик люта имба. Ну что, стоим, стоим, стоим. А куда ехать? Куда ехать, если они на летке, на вертолетах? Куда? Никуда. Он F-16, а, F-16C. О, Челленджер где-то есть. Опа. Где-то есть тут зенитка, походу. Где-то катается Челленджер. Где он катается? Я не знаю. Блять. Я понял. Я понял, что я не вижу. Я не вижу.
Но это вообще сильно залетело. Так, а чё я не могу двигаться? Я не понимаю. Вперед. А, во время ремонта. Надо отжать ремонт. Все. Успокойся. Вот хитрюга. Хитрый-хитрый тип. Не-не-не-не-не-не-не, дом, оставайся. Дом мне нужен. Не, все-таки челленджер меня забрал, ясно. Я нашел челленджера. Ладно, пойдет, все фрагов, можно отсюда выходить, потому что это тут уже осталось стоялого одно. Но стоялого. Резнулся, сидит там на респе. И как эта туровозка появилась. Они все равно проиграли. Они все равно проиграли. Едем на. Поедем на. Доехал, уже устал. Так, тут меня уже не... кто-то ждет. Кто против нас? Это Франция. Ваншот. Это да. Это да. Понял. Понял. Бывает. Ваншотик. Так, не-не-не-не-не-не-не. На точку я не поеду. С фланга поедем.
Через центр играть надо мобильность. Нужна скорость перезарядки высокая. Это говно, какой в нем мобильность и скорость перезарядки. Еще и урона нет. Едем сюда, едем. А, да? Урон. Урон. Красивый урон, хороший. Я понял. Тут раки стоят. Раки. Они даже выбить не могут. Нормально. Живем, живем. Пока живем. Ну вот, еще один. Ну и жопа одному. Уже одному точно жопа, да. Вот и все. Вот 3 Т-90М. Говно, а не Т-90М. Говнище. Не уехать, ничего, ну... Где-то так, да, занять какую-то позицию и простреливать проезд какой-то. И все, все. Узкий спектр возможностей этого танка. Он никакущий. Ну не видно, не видно, да. Они там спрятались, их не видно. Едем дальше. Едем дальше, хоть чтобы одного увидеть хотя бы. Низенько сидит он там. Хорошо. Хорошо сидит. Постой, паровоз. Казённик не выбить. Ну как? Ну как? Ну почему ты не выбился? Алло. Жесть, жестко.
я не знаю, с какой стороны он захочет обойти. Может, даже с этой. Шелтел боеприпас. Эффект говна. Что, опять покраснел боеприпас? Жесть, какая жесть! Какой бред! Это бред. Это просто бред. Это худший топ в этой игре. Худший. Что там по модификациям? Скоро эти гренейд будут. Какая жесть, какое парение жопы на этом танке можно получить. Да. Это тоже хорошая карта, Тунис. Вот тут уже, это не шутка, тут пол игры ты едешь куда-то. Пол игры куда-то едешь. Зачем оно надо мне? Я тут, кстати, проеду или нет? Или уже тут все? Теперь чуть-чуть выше. А его там уже, наверное, нету. А вот он стоит. Он там стоит. У меня нету лазерного дальномера. Я не могу. Сюда. Нету лазерного дальномера. У меня заканчиваются снаряды. Опа, есть пробитие. Есть пробитие. Но мы отсюда уже не выйдем, да? Правильно? Ремонтируемся.
Мне хочется ливнуть с этой карты. Хочется ливнуть. Уже хочется уйти отсюда. Ой, какая карта хорошая. Я поехал. Так смерть. Нормально, проехали. Вечер в хату. Здорово, здорово. Смотри, какая у меня хуета прокачал. Какая херь. Т-90М. Какая джигурда. Просто жесть. Топчик, ну... Вообще топовый танк, да, за советы. Ну, такой бред. Ну, пока что бред. Я его еще в топ не вывел. Тяжело на нем играть. Сейчас мы... Так, ну тут по-любому какая-то крыса где-то сидит. Это по-любому. Сидит где-то, паяривает шпагу. Что не сидит? Зажигалка, загорелся кто-то. Жопа загорелась. Так, ну все, можно ехать дальше. Я тут... А, я тут утоплюсь. Надо выруливать. Вот сюда. Опа. Я споймал маслину. Я не вижу, откуда. Вообще не вижу. А, все, теперь вижу, но уже поздно. Уже все, поздняк метаться. Тут на крыше стоит. Тю. Стоит. Играет, тип. Надо было сразу ливнуть с этой картой. Такая мусорка, такая помойка. Полдня только ехать куда-то нужно. Полдня куда-то едешь, что-то делаешь.
Едем куда-то сюда кемперить. Ты в GTA херячишь? И что, интересно? Медиком стал? А, этот, GTA RP. Блин, куда я поехал? Я не туда поехал. GTA RP, этот... Там типа можно и пожарниками, и медиками, и полицейскими. Блин, ну там... Ну не знаю, ну как по мне, там долго надо это все делать. Чтоб стать, какую-то работу получить. Я помню, в какую-то игру такую играл. Типа наподобие GTA RP. И этот... Я там подошел в больничку, там такая толпа стояла. И все у какого-то одного, тупо одного медика его просто разрывали чатом голосовым. Типа, дай мне справку, дай мне еще что-то. Он говорит, иди туда, иди туда. Я как послушал, думаю, та не. Я пас. Сильно сложно для меня. Мне вот кнопочки нажимать в танчиках. Кнопочку W давить, чтобы он ехал. И кнопочку стрелять. Вот это для меня. Ой-ой-ой-ой, ты умер? Или нет? Йо. Ладно, вниз поедем. Бля. Ебался. Развалили типов тут. Нормально, продавили. Так, уходи. Или ты мертвый? Мертвый, мертвый. Уходи. И не приходи больше. Блин, нормально развалили типов. Просто, блядь, со старту продавили их. Я даже ничего не делал. Даже ни в кого не выстрелил. Ну, ракета только что мимо меня пролетела. Нормально. Опять развалили. О, тихо, 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 тихо. Это шутка какая-то, или мне кто-то реально в спину кинул? Так. Да выбейте его уже, наконец. У меня дымов нету. Я ничего не сделаю. Нормально поиграл. Эти олени едут слева. И не видят. Никого не видят. Завязывать качать этот D90, я на нем уже два стрима сгорел просто. Такой мусор. Урона не наносит, почти не едет, не вперед. Вперед, ну, более-менее едет, назад не едет. Развернуться на месте невозможно почти. Все так медленно происходит. Перезарядка дольше, чем у всех остальных. Нету дольше ни у кого, да. 7,1 секунда, это самое дольше. Это просто такой бред.
Ну тут такое же. Ну так я-то и понял, что тут такое же. Блять, как ты заебал, даун. Шо на респауне меня протаранил? Шо сейчас подрезал? А чё ты медиком именно? Чё в пожарники не пошел? Или в полицейские, военные там, я не знаю. Я ничего не вижу. О, вот, видишь, какой красивый урон? Понял, да? Ну, он просто меня не шотнул с выстрела, потому что, ну... Потому что ему не повезло. У него было время, он мог уязвимое место выцелить, но он не выцелил. Ну, урон просто говна. Так, тут что, все? Проиграли, смерть. Да что ж такое, откуда ты стреляешь? А, вижу, вижу, вижу. Это визелек. Да, это визель. Все, визель, успокойся. Вот он стоит. А кто еще в меня стреляет? Я не могу понять. Блин, кто-то так наваливает откуда-то. Это ты, да? Вот тебе урон. Отличный урон. По киллкамере, смотри. Отличный урон. Я казённик не выбиваю, хотя я попадаю. Ну, не идеально, но нормально. Я понял. Все. Вызови таблетки. Та в фибах был в полиции, но там вместе надо катать. Ага, нормально. Не, может быть, я пока разбираюсь. Может быть, я потом GTA-шку возьму. Может быть, постримить можно будет. Может, люди соберутся посмотреть. Может, это кому-то интересно. Пока что надо тут обкатать тундру чуть-чуть. Потом у меня дальше идет VR-ка. Я не знаю, сколько времени она займет прохождение. И этот, потому что там я буду по сериям делать, типа часик поиграл, и все. Эту херню я не буду брать, не мертвые эти БПЛА. Я по часику, наверное, буду в VR играть, потому что, ну, такое себе неприятная вещь, на самом деле, если долго играть, мне башка потом раскалывается, так. Вот так-то, да. Можно будет постримить, почему нет? И если весело погнать можно, то почему нет? Так, ну вот. Я наконец-то вышел к тому, чему я хотел. Топовый снаряд на эту помойку. Может и привыкнуть надо. Я ж, ну да, я ж не каждый день в VR сижу. Плюс понял, я его подстраивал там, менял настройки, смотрел как на стриме, как по FPS, как по битрейту, ну там куча нюансов этой всякой фигни. И пока меняешь настройки и меняется графика, и то, и, ну как, крутить начинает, так мутить. Я вон вчера убирал полностью все в ноль. Там такая графика была квадратиками, и оп, голова так разболелась, думаю, не-не-не. Нафиг оно надо. Вот сюда поеду. Я не знаю, я сегодня вот сейчас доиграю стрим. И я проведу еще последний там, так скажем, пробный стримчик, но он в закрытом этом формате в VR-ке. Посмотрю, как оно будет. Я просто хочу. Я понял, я
разбираюсь, пока выбираю. Там функция DirectX 11, обработка видео, и вулкан. И я вот выбираю, ну, я смотрел видосы, читал про это все. На некоторых видосах показывают, что вулкан больше жрет видеопамяти и мало выдает. Ну, типа, ну, больше нагружает систему, и нахер оно надо. Другой видос смотрю, там намного лучше даже, чем DirectX 12. И вот, блин, дилемма. Я хочу идеальненько, чтобы оно, ну, не идеальненько, а нормально шло. И я видел нормально. Ну, то есть у меня обзор игры был хороший. О, челленджер отлетел. Чтоб у меня обзор игры был хороший. И чтоб на стриме нормально было видно. Но на стриме нормально видно. Я проверял, смотрел, слышно, конечно. Так себе надо что-то еще придумать с микрофоном. Встроенный микрофон в этот, в Окулусе такой. Такой себе. Так. Ну, Челленджер выбрался, нормально. PUBG для стабильности говорят, что лучше DirectX 11. Возможно, да, потому что, видишь, PUBG, там, CS-ки всякие, Fortnite, это быстрая игра, динамичная. И DirectX, мне кажется, он меньше хавает всего и быстрее обрабатывает. А это VR-ка, я бы не сказал, что там все такое прям быстрое, динамичное. О, я не ваншотнулся, а он ваншотнулся. Это редкость, это просто редкость. Помойка, разворачивай. Но там идет 12-я еще какая-то помойка, но не вулкан. А, ну вот, да. Боеприпасы потемнели. Ну как такое возможно? Ты чё? Опять я танканул. Не, это уже подкрутка пошла. И опять танканул. Вот это нормальная тема. А, он тоже танканул. А его все. Мертвый. Так, вот здесь кто-то едет, я слышу. Я просто хочу посмотреть, как на VR вулкан себя будет показывать. Если будет лучше выдавать картинку и FPS, то будем с ним работать. Так, этот выбитый, а за ним еще один. Ну, это, блин, это жестко. А, все, и меня выбили. Там трое их, я понял. О, у меня же дымы есть. Я забыл, что я прокачал дымы. Ходим. Ходим, братва. Еще дымы. Блин, ни одного союзника, никого нету. И куда мне ехать? Куда мне спрятаться? Мне некуда спрятаться. Блин, плохо-плохо откинул дымы. Плохо-плохо-плохо. Опять плохо. Все равно не уехал. Не, видишь, вот я про это и говорил. На этой помойке даже съебаться нельзя. Ну, тебя любой догонит в этой игре. Просто ты дыми, не дыми. Любой. Такой мусор. И ты понимаешь, ты просто ж не шаришь. Ты там пару раз сыграл в эту игру. Блин, что случилось? Интернет выебывается. Интернет выпендривается. Ты ж не шаришь, тут этот комьюнити War Thunder очень ждала этот танк. Его просили, я не знаю сколько, его просили давно. Типа, когда ведут Т-90М прорыв, когда ведут Т-90М прорыв, его ввели, и это, ну, полный мусор. На нем, я так понимаю, пройдет где-то месяц-два, а на нем вообще никто катать не будет. Про него забудут. Просто мусорное ведро. Здесь мы будем кемперить. Здесь я буду кемперить.
Вот тоже новинка с этого патча. Ну, блин, этот... Крыши поснимали. И на борт повесили. Я не играл еще на нем, но я уверен, он в разы лучше Т-90. Так. Вот тут. Вот здесь я буду стоять. И все. И все. Так. Дядя, тебя, походу, оттуда прострелили, не? Не. Так. Пока никого. Не вижу, вообще ничего не вижу. Давай, 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 выкатывайся. Никого здесь нет. Никого здесь нету. Ну и все, вот тебе геймплей. Геймплей на этом танчике. На нем надо стоять, чтобы держать дистанцию. У него перезарядка долгая, подвижность хреновая. Да еще и урон пока что говна. Поеду я туда за этими пацанами, буду как вот этот. В ангаре стоять. А вот так вот можно хотя бы какие-то киллы делать. Короче, узкий профиль у этого танка. Специфический такой. Давай, 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 давай. О! Блин, опоздал, опоздал. Опоздал. Пожилое наведение. Он где-то вот здесь, может, выйдет. Может, где-то здесь и выйдет, а может и нет. Так, этого убили отсюда. Отсюда кто-то едет. Да, едет, едет. Вот это урон. Вот это бомба. Ты видел? Ты видел, как в борт тип получил? Ему эти горизонтальные приводы я выбил, и все. И все. А ко мне, походу, кто-то едет, да? Да, походу, да. Повезло, повезло. Еще есть, еще. А, да их тут дохуя. Их тут много. Ну, короче, я тебе, ты слышал, но не все видел. Я типу в борт дал и выбил только приводы. Так, я понял. Меня зажимают. Сюда мы дымы даем. Все, ну меня тут разобрали. В два ствола. Не. И видишь, не хватает кадешки. У меня перезарядка слишком медленная. Эти перезаряжаются быстрее намного. Ты не можешь сделать выстрел. Они сделают первый. Всегда первый выстрел будет за ними. То есть тут нужно идеально точно стрелять. И как-то полагаться на урон, а он говна. Ну и получается, даже если ты хорошо будешь стрелять, то ты все равно не вывозишь. Но мне интересно, как оно будет с этим ломом. Если особо игра не изменится, то я даже, наверное, подвижку не буду качать, я оставлю его таким.
И пойду дальше. Лучше, наверное, у японцев этих бабаху покачаю. Мне кажется, намного будет веселее геймплей, интереснее. Хотя бы какие-то взрывы будут. А то пока что у меня только одни взрывы пукана моего. Только пукан взрывается. Вечно ты на какой-то хуйне играешь. Так, Бетховен, ну как? Ну я хочу это 90 прокачать. Я хочу его покатать на топовом этом ломике. На этом стандартном, котором они дали. Но это, блядь, это такой пиздец. Просто такая жесть. Я сначала, когда купил этот танчик, да то, может, его качать надо. Так, Ян, я его качаю. Я его качаю, но что-то он не улучшается. Сейчас с новым ломом посмотрим, как он будет. Я его когда купил, смотрю, думаю, сейчас надо будет на камулях играть, выкачивать, это такая боль. А тут смотрю, бесплатный, бесплатный лом. Думаю, офигеть. А потом понял, что ничего не офигеть. Мусор он и в Африке мусор. Лучше бы леопарда качал. Да я, наверное, пойду этот бабаху после этого качать японскую. А леопарда, да, надо качать, да. Я думаю, он в разы лучше и интереснее играется, чем эта фигня. Ну ты же сам понимаешь, комьюнити ждала вот этот танк, Т-90. Поэтому я его и начал первым качать. Посмотреть на него, какой он будет. Ну, там кто-то пулеметиками струлькает. Давай, давай, едь сюда. Въезжай. Пожалуйста. О. Мне кто-то в бороду дал. Но я не вижу, кто. Теперь вижу. О, смотри, как в казённик залетело ему. Попадание. Попадание. Все, я понял. Мое местоположение раскрыто. Блин, ну я тут слышу, тут техника едет на районе. Ну тут Абрамс едет. Жестко, жестко. Так. Это 90 там. А, ну ему хана. Этого ладно. Да что за бред? Ты чё? Ну танкует. Я скажу одно. У него накрученная хпшка сильно. И у меня были такие бои, там просто с трех сторон лупили. И не могли задушить. Ну, я думаю, это со временем нерфик прилетит. О, встретились две имбы. Встретились две имбы. Ладно, ливну. У него пока что хп накрученное. Как по мне, сильно накрученное. Ну, потом нерфик будет легенький. Мало кто заметит этого. Просто будут отлетать в ангар стычки, да и все, как все тэшки. Но пока он временами живет и жестко живет. А вот этот, я смотрю, Абрамс с черепицей нормально держит удар. Черепицу залетела и не шотнула Абрамс. Хотя Абрамс в борт шотнуть. Такое. Это такое себе удовольствие. У тебя неправильная тактика, надо за камнем стоять. Так я не нашел подходящего этого камня, там их нет, там только холмы.
Камень, да, камень надо. Камень надо. Тут тип какой-то заходил, крутил ящики уже. Не, опять эти ящики, да, уже есть, которые крутить можно. Это за этот, за серебро крутить? Ахаха, только что угнал тачку, типа ее заблокировал, я вылез и не могу сесть обратно. Блин, жестко, жестко. Так разбей стекло. У тебя есть оружие? Стреляй в него. Там вообще оружие есть в этой GTA RP? Бетховен, у тебя есть GTA? Вот это, которая RP, там... Медиком можно, ну там, короче, работа, устраиваться на работу, работать. Там полицейские всякие. Да я покрутил чуть-чуть, выпали декоративные наклейки и самолет японский на АКК. Без ключа ДСП и оружие. Не, я не буду крутить, потому что у меня нету серебра. Это понятно, там Антоха крутит, у него сотни миллионов их. Да и у тебя там, наверное, завалялся где-то сатенчик лишний. Говоришь, да есть и оружие, но так нельзя здесь. Плохо, плохо, что нельзя. Где-то на черном рынке оружие там купить. Блин, я не хочу в эту мясорубку заезжать. Опа. Опа. У меня кроме танков ничего больше нет. Так давай этот в GTA-шку поиграем. Постримим ее. Он Ян говорит круто. Хотя Яну нормально и с филиппинцами на корабле тусоваться. Ой. Вот это я, конечно, как читер стрельнул. Ой-ой-ой, выйди. Выезжай, 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 дядя. Я тебе сейчас вот сюда стрельну. И ты умрешь. Не, ну это да. Ну не пол жизни, но нормально так с ними подвижнячил. Филиппинцы нормальные, типа. Филиппки жесткие даже, я бы сказал мы. Так, я хочу где-то спрятаться и все. С индусом на одной шконке спал. Верно, верно. Было такое. Это было. Я в одной каюте жил с одним индусом. Блин, ну, меня потом переселили от него. Потому что он сильно вонял. И я не жаловался, я не ходил жаловаться. Просто офицеры на мостике начали на него жаловаться, что он воняет. Я сказал, ну а что делать? У меня в каюте еще хуже. И капитан сразу такой, ты чё, блядь? Давай в другую каюту. Не-не-не. Такого не будет. Он жил на двухэтажной кровати, и индус жил на втором этаже, и он его обоссал. Да, золотой дождь с утра. Я просыпался. И я вот просил его, говорю, ты буди меня на вахту. Он такой, есть, сор. И потом чисто такое. Такой говорит мне. А, я просыпаюсь от золотого дождя. Он, ну, good morning, сор. Ваша вахта. Все, встаешь уже умытый и идешь на вахту. Нормально было.
Скажем, перед вахтой устроил золотые дожди. Да. Золотые дожди — это тема. Про Бассали пошел играть в танки. В танках меня почти каждый бой обсыкают. Тут он тип заходил. Я подъехал к респауну противника. Появилась пума, я стрельнул в пуму. Ну, естественно, она бессмертная. И начал откатываться на этом танке. Он никуда не откатывается, кроме как ангара. Тип мне пишет: ну ты бот. Не смог картонку убить. Я такой думаю: ну да. Это да. Бот. Так, я полетел, Веронику проведу. Стрим не буду тушить. А я все равно сейчас заканчивать буду. Поэтому можешь тушить. Я уже в эту помойку 2,5 часа играю. Это ж невозможно вытерпеть такое. Так что спасибо, что пришел. Посмотрел. Ой, все, хватит. Да, я буду сейчас, наверное, вот это ластовая была. Буду заканчивать, я пойду лучше VR-ку тестить. Я посмотрю, что там с VR-ом. И может завтра я уже подрублю VR-чик. Так что, Бетховен, приходи тоже. И ты, Янчик, приходи. Там хоть поприкольнее. В смысле заканчиваешь? 2,5 часа играю, вот в чем смысл. У меня уже так горит, у меня тут... Я не знаю, боя 2 за 2,5 часа такие... Давай 24. Не, ну побольше подписчиков наберу, которые будут смотреть, а не просто подписанные. То 24 часа сделаю стрим. Это будет сложно, но сделаю. Пока никто ж не заходит, почти никто не смотрит. Или какие-то боты заходят, которые пишут, что я бот, потому что я не смог убить пуму, которая бессмертная. В инвизе стоит. Так что пока что рановато. Рановато. Завтра VR-чик, думаю, подрублю. Я не знаю. Надо время выбрать. И завтра что, пятница? Так что завтра уже посмотрим. Сколько мне там осталось? Модификация. Ну, еще половина. Короче, один стрим где-то я на нем покатаю. Или пол стрима я где-то на нем покатаю. И потом я его просто сожгу. Прям в ангаре здесь. И все. Так, ну ладно, я пошел тогда. Спасибо, что зашли. Приходите еще. Я буду вас ждать. Сильно-сильно. Всех обнимаю, целую.